Всем привет, дорогие друзья, и хорошо вам настроение. С вами Рэй, мы продолжаем играть в игру Драконы Всадники Олуха. У нас 28 день, и я получаю янтарь. Блестящий причем. Окей, так, здесь мы закрываем. Эксклюзивный едкокрыл. Прикольно смотрится. Воу, а это он вот так вот вырастает. Замечательно. Но нас это не интересует. Во-первых, мы с тобой сразу же открываем пак. Моментально бесплатный. Так, монетки. И вкусняшки. Так, древоруб. Громоль. Ужасное чудовище. И пошли ресурсы. Хорошо. Да, я отказываюсь. И смотрим с тобой рекламу за еще один пак. Опять же, 6 монет Одина. И у нас попадаются ресурсы. Так, 10 рыбы. Флаг пригодится. Древесина и руны. Ну, а это нам не нужно. Так, ну что, друзья мои, сегодня у меня короткий выходной. Попробуем выжать из него по максимуму. Поиграем сегодня, ну, во всадников. Насчет черепашек, друзья мои, получилась небольшая накладка. Я хотел, ну, как обычно, пройти технодром, естественно, на запись. А получилось так, что я забыл включить микрофон, и у меня запись получилась без озвучки. Так что, друзья мои, не знаю, стоит ли туда сегодня заходить, потому что там все абсолютно пройдено. Есть только подтянуть лигу, обратно вернуться в топчик. В общем, посмотрим, что мы будем делать. На втором канале сегодня, наверное, выйдут Spider-Man оригинал. И, скорее всего, наверное, ребята, тут будет как бы у меня выбор. Либо армия зомби, либо же мы будем с тобой Castle Storm проходить. Там уже определимся. Ну и здесь сегодня, я не знаю, ребята писали поиграть в клон армию. Там обнова вышла. Плюс еще хотелось бы растение против зомби 2 поиграть. В общем, планов много. Посмотрим, как я буду укладываться по времени. Ну а пока играем вот в эту игру. Так, что нам принес? 4600 рыбы. Маловато, маловато, беззубик. Ладно, так, у нас здесь яйцо, и это у нас... Ага, Хакату. Ну, я его, друзья мои, отпускаю, потому что он у меня есть. Древесинку давай-ка мы с тобой быстренько заберем. Водорез меня радует, вот в плане того, что он очень много древесины приносит. Наверное, один из топовых. Потом идет у меня древоруб. Так, рыбка. Рыба, как всегда, мало у меня. Ветрокрыл приносит. Давай, ага, не могу, понятно. Так, а ты сколько рыбы? Ну, тоже немало, немало. Так, и что-то я строил. Что-то строил у меня... А, вот, вот, ребята. Путешествие выдалось довольно плодотворным. И Академия по-прежнему цела и невредима. Зря я переживал. Да, Икинг, зря ты переживал. Спасибо, ребята, вы отлично справились с улучшением Академии. Надеюсь, у вас не возникло много проблем. Не стоит благодарности, и когда дело касается нас, много проблем не бывает. Да, конечно. С вами-то много... Что такое? Подожди, мне показалось? А, я могу расширить. Видимо, Черная Пятница, у нас с тобой скидка, но, знаешь, как-то мне эта скидка не особо помогает. Хотя, на самом деле, ребята, расширение, на самом деле, очень полезная штука. Так, рыбку принес, молодец. Что же дальше? Мы можем с тобой... Блин, тут еще 2 часа будет улучшаться. Да-да, ребята, это у нас лесопилка. Я поставил на улучшение, там 16 часов. Еще, прикинь, 2 часа осталось. И не забывай, что также мы можем с тобой вот это вот расширить. Ну, 550 тысяч древесины, в принципе, вскоре мы можем с тобой накопить. Ну, и также хотелось бы, конечно, вот здесь, ребята, расширить. Но тут 1 лям. 1 лям древесины, я просто офигею. Расценочки, да? Что у нас тут? Давай-ка мы с тобой, наверное, заберем. Так, 25 обычного янтаря. Здесь у нас с тобой пак созревший, и это редкий. Давай-ка глянем. Шепот смерти, душитель 3 штуки, громобой 3 карточки и древоруб тоже 3 карточки. Шипорез 3 карточки. Громобой защитник. Громоль защитник. И беззубик. Кстати, ребята, еще одну карточку на беззубика найдем, мы сможем его перевести на 8 разряд. И это будет круто. Так, сразу активируем следующий пак. Обязательно сегодня пойдем на арену. Обязательно. Сейчас я вначале тут все посмотрю. Главное ничего не забыть. Так, беззубик, нам, наверное, нужно с тобой сделать, знаешь что? Оборонку.
Мои люди уже разбили лагерь на дальнем конце Олуха. Но они не присоединятся к налетам. У них есть дела поважнее. Нужно больше налетов. Захватывайте все, что видите, особенно их внимание. Ну, вначале мы с тебя сейчас, наверное, попробуем разбомбить для начала. Так, 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 и сюда. К бою. Я готов. Друзья мои, не имеет значения, выиграем мы или проиграем. Йо-хо-хо-хо-хо, ты посмотри, какой у них тут флот. Ну что, наверное, начнем с верхних, да? Блин, хотя лучше с нижних. Начнем с нижних все-таки лучше, ребят. Вот отсюда прям полетим на них. Так, давай, вылетаем сюда. Сюда, сюда и сюда. Ну, а, блин, энергии не хватает. Нужно 9. Отлично, давай, ветрокрыл. Ну, а мы будем помогать как сможем. Блин, ты посмотри, он снарядами своими бомбит. Ой-ой-ой-ой-ой. Я офигею, ты что, серьезно, что ли? Трындец. Слушай, знаешь, что я теперь понял? Я понял одну вещь, что не стоит выпускать всех драконов скопом. Потому что если по тебе бомбит вот эта вот баллиста, она уничтожает всех. Беззубик-то ладно, он как бы еще к этому привыкший. А остальные, как ты видишь, моментально отдуплились. Да. Ну и тут мы, конечно же, с тобой проиграем. По всем канонам. Как ни крути, я, конечно, могу без зубика, так сказать, сместить сюда вниз. Но он, наверное, один не успеет бомбануть. Потому что, ой, что там, а, ключ потеряли. Ну и что ты вот прикажешь делать? Вот этих вот малышей бомбить? Ну это бред. Жалко, нельзя как-то ускориться, потому что сейчас Беззубик будет здесь очень-очень долго бомбить. И больше уверен, что он не успеет. Скорее всего, мы проиграем здесь. Вот надо было сейчас, видишь, когда он один, выпускать всех остальных драконов. Они как раз бы подлетели бы сюда и помогли бы Беззубику в 3 секунды разобраться с этим кораблем. Вот такая вот, друзья мои, тактика на дальнейшее будущее. Вот так. Будем знать теперь. А я, видишь, я по привычке, я думал, чем быстрее мы с тобой полетим, и тем быстрее мы всех разобьем. Нифига. Ты сам видел, да, вот эти вот кораблики маленькие, которые имеют пушки, они просто размещали. Беззубик-то выжил, а вот остальных все, кто вокруг него был, погибли. Так, последний выстрел по мне, и мы проигрываем. И чуть-чуть не хватает Беззубика, чтобы одолеть флагманский корабль. Жалко немножко, да? Но ничего с этим не поделаешь. Фиг с ним, на ошибках учимся. Ну что ж, двигаемся дальше. Ну, теперь можно Беззубика отправить на поиски. Кого бы нам найти? Давай отправим его на Вострозуба. Пускай его ищет. Бесплатно. Вот так вот. У нас, кстати, с тобой есть задание тут. Что тут происходит? Что вся эта рыба делает на моем капустном поле? Могу поспорить, тут не обошлось без драконов. Прости, гнилец, это наша вина. В лохане для рыбы закончилось место, и мы принесли ее сюда. Будь я вождем. Очередная задача выполнена. Ну что, теперь все довольны? Забираем. Будь я вождем, я бы построил лохань для рыбы из рыбы. Лохань для рыбы такая большая, я даже не уверен, что мы сумеем ее когда-нибудь заполнить. Кто забрал всю рыбу с моего капустного поля? Могу поспорить, тут не обошлось без драконов. Да. То он довольный, то недовольный, фиг его поймешь. Давай-ка мы с тобой заберем здесь награду, 5 рун. Что у нас тут дальше? Интересно, что сейчас делает Забияка? Может, она думает обо мне? Да, она думает о тебе, о том, как ты смотришь на нас с ней с романтического костерка. Ох, пожалуй, я не хочу это слушать. Пора отправляться в очередное путешествие. Рыбий ног и сморкала соперничают за внимание Забияки. В голове не укладывается. Лучше найду себе место поспокойнее. Так, поищите Тайфумеранга на острове Угрей. А раньше ты не мог это задание дать, елки-палки? Я бы с удовольствием бы пошел бы искать. Так, ну что, у нас тут Грамгильда. Астрид испуганно вскакивает с постели. Еще до конца не проснувшись, она постепенно осознаю, что Грамгильды нет рядом. Астрид не слишком волнуется, но на всякий случай хочет разыскать дракониху. Так, Роза Ветров. Бесплатно. Пускай идут. Визги и рык усиливаются. Даже так. Вращайте колесо. Вращаем. И что нам выпадет? Давай все, что угодно, кроме янтаря. Ну-ну-ну-ну. Фиг там.
янтарь. Два гигантских крыла закрывает собой солнце. Вернулась мать ужасных чудовищ. Но она не злится на Самаркалу. Она, против, благодарна за его заботу о гнезде. Он обустроил пещеру лучше прежнего. Ну что, друзья мои, продолжаем играть в драконы всадники Олуха. Пришлось мне сделать небольшой перерыв, потому что сосед начал делать ремонт, и шум его перфоратора просто заглушал все на свете. И я забыл, ребята, когда начал серию, включить опять микрофон. Короче, полностью всю эту арену мы с тобой пропустили. Я только сейчас увидел, что... А микрофон-то у меня не отключен, и вот сейчас включил. Хорошо, что хотя бы на последнем паке. Давай открывать его. Ужасное чудовище, громобой. Так, громоль-защитник, шепот смерти, кнут и прут. И сегодня я хочу, ребята, дойти до пятой арены. Вот прямо сейчас. Для этого мне нужно сделать еще один бой. Так, как видишь, сделал я себе вот такую команду, ребята. Солянку, потому что, ну, жалко, ты не видел, что до этого происходило. Там меня рвали, трындец. Команда зеленых проигрывала. Команда красных, которую я сделал, проигрывала. И я решил вернуться к истокам. Помнишь, да, эту команду у меня? Правда, она немножко по-другому стояла. Кривоклык стоял на первом месте. Ветрокрыл стоял здесь. И Сарделька уже на последнем месте. Так, ну что? Командочка, опять же, ребята, слишком серьезная против меня идет. Ну, давай начнем с кто он? Шипорез? Как вот англичать, я уже забыл. Ну, давай, наверное, его. Опа! Опа, пули, уклонение сработало. Твою ж налево. Ну что, я пока ничего не буду здесь тратить, ребята. Мне нужно ослепление кривоклыка. Скорее всего, да? Или же сон. Массовый сон от ветрокрыла. Посмотрим, что у нас, ребят, здесь. Вот. Вот так вот я сделаю. Специально, ребята, чтобы он бомбил своих же. Отлично, под супер удар еще. На. Так, этот у нас получается, ребят, беспонтовый, потому что этот потратил суперудар, энергии нет у него, да? Два хода действует ослепление, так что мы с тобой... Опа! Нормуль! Ну что ты тут прыгаешь, кузнечик? Так, давай, пожалуйста, бомби свой... Вот, красавчик! Молодец, умница! Ну, а теперь нам остается, ребята, его просто добить. Вешаем на него слепоту и продолжаем фигарить его. Ну что ты там, родной мой, да успокойся, ты все равно промахнешься. Ничего тебе не получится. А мы его продолжаем бомбить, конечно же, ребят. Слепоту сразу бросаем. На тебе. Ну он тут, ребят, вообще ничего не сможет сделать. Жалко, вы не видели предыдущие бои, как меня, типа такого же варианта разбирали. Все. Ну что, готовимся к переходу на пятую с тобой арену. Я заодно хочу и глянуть, что там за арена будет. Открыт новый этап. Да-да, именно его я и ждал. 30 тысяч бревен. Так, откройте схватку арены 5. Я открыл. Так, для этой арены доступны Парящий прихвостень, Кревет Дагура, Роза ветров и Тройной удар чемпион. Окей, друзья мои, окей. Ну что, я думаю, теперь нам нужно с тобой сделать еще один бой, да? И заодно посмотрим, что это за арена у нас такая. Так, подожди, эта арена у нас была. Чего вы мне ее опять подсовываете? Это старая арена, подбитый корабль. Мне нужна именно новая арена, которую я открыл. Ладно, разберемся с этими олухами. Так, два фиола. Ты прикинь, у них какой уровень здесь? Ну, естественно, кривоклык сразу же промахивается. Ну, кто этому удивлен? Я не удивлен нисколько. Так, будем тогда разбирать, наверное, ядовитого чувачка, да? А они, смотри-ка, что делают. Ой-ой-ой-ой-ой, кривоклыка хотят забомбить. А это плохо для меня, ребят. Я на него как бы делаю ставочки все. На его ослепление. Но, видишь, уже бесполезно что-то делать. Придется отбиваться как смогем. Так, минус ядовитый. Так, ну что, теперь, наверное, будем брать пристиголова в оборот. Еще и пробафаемся с тобой на всякий случай. Что он сейчас делает? Массовую атаку? Нет. Отравление повесил. Ну, у нас с тобой есть отхил. Маленький, правда.
Ну, этого будет... Да чтоб тебя, сарделька, ну ты издеваешься надо мной, что ли? Я не понимаю, ну, ну какого фига ты... Блин, травление на всех повесили, прикинь. Так, ты-то, надеюсь, не будешь тут ничего крякать? Бомбим. Что ты там задумался, не? Нормально все? Я думал, сейчас что-то хочет сделать. Вообще, у него есть какая-то массовая атака или нет? Я ни разу не видел, друзья мои. Вот у него энергия полностью, он что-то стоит, пыхтит. И ничего абсолютно не делает. Хорошо, что я его не стал прокачивать. Пхе, бездарь какой-то. Ну, добить. Да, давай вот так вот сделаем. Че нам уже терять? Нечего. Тем более, это последний дракон. Шикарно. Так, мне покажут сегодня новую арену или нет? Ну, будем играть, пока не покажут. О, 40 тысяч рыбы уже дают. Блин, опять та же самая арена. Ты серьезно? Но вы мне ничего не хотите дать? Ладно, давай попробуем еще битву одну сыграть. Так, красный, фиолетовый и синий. Кревет, блин, электрическая дрянь, а? Ребята, это плохо. И сразу же, ты посмотри, они сразу начинают атаковать именно кривоклык. Вам что тут, медом намазано, а? Против него начинаете выпендриваться. Вот, бей сардельку лучше. Сарделька, по крайней мере, живучая. Или так даже, тоже сгодится. Так, кусаем. Так, потом сарделька ходит, потом... Нам бы успеть их, наверное, в сон как-то загнать. Постараться. Было бы неплохо. Так, посмотрим, куда сейчас ядовитый будет бомбить. Норм. Давай в сон их всех. Только не промахнись, плиз. Нормально, всех усыпили. Добиваем Гаврика. В плане. Добиваем Гаврика. Хильнемся. Хильнемся, ребят, пока есть возможность, надо хиляться. Ядовитого, наверное, будем бомбить. Будем с тобой ядовитого, потому что по нему усиленный урон идет. На тебе. Так, Громорог, что он будет делать? Понятно. А этот добьет, естественно, из-под тишка добьет. Я не удивлен. Так, ну что, с этим будем разбираться следующим образом. Либо через отражение. А нам только отражение и ставить надо. Да, друзья мои. Ну что, давай сделаем так, посмотрим. А он сейчас переключится, да, на ветрокрыло. Вот паршивец. Предсказуемый ты парень, предсказуемый. Ну бомби сардельку-то. Ага, решил пробафаться. Фиг с тобой. Давай, ребята. Я не понял, я же сделал массовое этот усиление, почему не сработало-то? Ну? Ребята, это специально, по-моему, делается все, да? Он специально атакует мне ветрокрыло. Но он не выживет в любом случае, я тебе серьезно говорю. Ничем, блин, как только у меня отражение спало, он сразу начал атаковать сардельку. Где логика? Логика в том, что выжидает. Ты посмотри, что творит, а? Все, парень, тебе крышка. Тебе крышка. Это тебе уже не поможет. Ну что, друзья мои, неплохо, неплохо. Мне покажут арену сегодня или нет? 14 тысяч нужно, ребята, кубков, чтобы попасть на шестую арену. Чего-то не хотят они мне, друзья мои, давать новую арену. Ладно, мы тогда закроем здесь все. Заберем с тобой все, что у нас тут накопилось. Так, ты лети за рыбой. Ты вернись, пожалуйста. Давай мы тебя по новой отправим за бревнами. Также и нашего Громыля вернем и отправим. Так, древоруб собирает. Ты лети за рыбой. Так, этот у нас собирает. Ты, пожалуйста, лети за рыбой. Ну и вроде бы пока все, ребята, да? Так, и ты тоже отправляйся за рыбой. Тут 52 минуты еще ждать. Кстати, у нас 622 тысячи бревен. Что же я хотел? Я хотел, наверное, вот это вот улучшить. Друзья мои, да? Рыбацкая хижина. Пригодится. Сколько... Ага, отозвать драконов нужно. Ладно. Давай отзовем и построим. 21 час, ребята. Почти сутки будет делаться у нас, улучшаться. Так, а тут кто у нас уровень получил? Ты?
И кто-то еще же должен быть. Да ну, не может быть, чтобы только один. Ладно, покормим тебя. И громобоя нам нужно с тобой кормить. Пускай идет учиться. Нам нужно сколько ему? 24 уровень поднять, да? Чтобы он на арене у нас мог получать повышение. Так, и здесь у нас обучить 3 драконов. Забираем с тобой листочки. Кстати, надо посмотреть, сколько листиков мы с тобой насобирали. Так, участие в оборонке. Так, ускорение. 600 древесины, 600 рыбы. В принципе, это все реально за сегодня сделать. Если к вечеру мы с тобой это все дело насобираем, возможно, получим пак. Так, 30 уровня, да, нужно победить над флотом. Ну и пока, друзья мои, все. Если что, вечерком увидимся. Да, кстати, у нас здесь с тобой еще и лесопилка прапается, что есть тоже хорошо. Так что, друзья мои, всем пока, всем удачи и до новых скорых видосиков.